В то время как в пустынном море в разное время года происходит множество удивительных представлений, другие случайные посетители, одинокие странники океанов, также величественно курсируют между островами. При отсутствии китобойного промысла море Кортеса стало убежищем для этих океанских гигантов. При длине 30 метров и весе более 170 тонн синий кит является не только самым крупным животным на Земле, но и самым тяжелым из когда-либо существовавших в истории планеты. Один только их язык может весить столько же, сколько слон. Их сердца такие же большие, как автомобиль. В отличие от этого океанического левиафана, серые киты просто легковесы. Хотя в настоящее время синие киты находятся под защитой, в большинстве океанов они по-прежнему под угрозой исчезновения. Общая мировая популяция оценивается менее чем в 4500 особей.